This man was forcefully dragged into a car only to be thrown into the Donbass frontline as a cannon fodder. In Ukraine, men between the ages of 18 and 60 were prevented from leaving the country. Шел в школу за детьми, тревога была. Поймал военкомат. Так и все. Дали повестку, пригрозили, что или тюрьма, или война. Ну, учились по месту в Бирках. 2 месяца, потом месяц на полигоне в Старичах. И потом привезли сюда, на Восток. Уровень подготовки оцениваю. Для таких, как нас набрали, он никакой, мы ничего не научились, потому что дряхлые все старые, больные. Ну, старые автоматы, пару пулеметов ручных и 2 трубы одноразовых, это для оснащения. В нашем подразделении ничего, есть пару винтовок каких-то еще с вьетнамской войны. Попал в плен в четверг на лэпке. Сдался просто и все. 5 дней с воскресенья до четверга мы бомбили. Там только откапывался. И ну, куда мне бежать, если даже бы мог, то я бы, там уже некуда было бежать. Комбат, рацию я слышал, просили помощь. Даже не сказал, что штурм, ничего, держитесь, копайте. И никто ничего не помог, и не было приказа отходить. Бросили как мясо. Я все. Просто хочется этого комбата, если когда-то увижу, заехать. Но у меня было еще где-то 30% веры. Немножко. Сейчас у меня 0 просто. Все. Настроил ребят то, что нет. Они уже обзывали, матюкали командиров последние дни. Прямо матами говорили, что морду будут бить. И какой настрой? Нет настроя. Никакого не воевать, ничего. Там, кто остался жив, то, наверное, что-то было. Было по 4 человека, по 5 на каждом. Оставалось пару человек. Уже там 300-й, там 200-й. Когда уже бежать, то уже и некому бежать было. Да и некуда было, уже окружили нас. Нормально. Сказали, не бойтесь, вас не тронут. Культурно. Не били, ничего. Нормально. Пожелаю, чтобы быстрее сматывались домой. Любым способом. Тем, что мобилизация. Любым способом где-то смываться. Или какую-то делать... митинговать, что-то делать против властей. Власти бабло зарабатывают на смертях людских. Говорят, самый дорогой бизнес – война. Вот они так зарабатывают на нас, на наших смертях. Поймали на работе. Работал, пришел военкомат, поймали. В райвоенкомат, в облвоенкомат и сюда. В городе большие Бирки Тернопольской области. И учили тактику. Все. И были какие-то инструктора зарубежные. Что-то там учили, но там я не проходил. Перед оптовым минометом даже не веселились, мало одного 200-го. У нас было 4 блиндажа. А тут наш Виталька прибегает. Хлопцы, ничего не делайте. Вылазь. Вот уже на машину робит. Просто когда вас, уже командир первой роты, уже был с вашими пацанами. Командир другої роти, але першого відділення. От що нас, ми переїхали їх міняти, теж був поранений. То ми типу таке поскладали. Та й пішли з вашими хлопцями. Ні білі, ні кричили, сказали так, 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 все. Ми так зробили і пішли. Ну а комбат надо, 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 надо. І ребята гинуть, гинуть. А йому надо. Чого тобі надо? Моєго духа нету, ребят, з таким комбатом воювати. Он просто ложит людей. Не, наше подразделение не способно. Наше подразделение способно только копать. Больше ничего наше подразделение не способно. Я, когда нас бомбили, что мы даже не вставали, то маю чем воювати русские. Нема чего говорить, что нема. У нас кажут, что русские уже закінчують боєприпаси. Ну, будь-як-то там, чи недурно падали, но там файно сипали. Як з неба град падав. Я думаю, що ще є чим воювати в русських. А то, що показують по телевізору, то... Каже, не дивіться то, що показують, не слухай то, що пишуть. Був на роботі. Приїхали з воєнкомату. Сказали, прийдемо в воєнкомат, просто бумажки якісь дадим вам, і потім опять прийдете працювати.
Приехали, так меня забрали в армию. Вечером на автобус, автобуса в Одессе на автобус переселили и отправились на учебку. Как обычно, у нас долго не обучали, месяц там, по пару занятий, как бы, Винницкая область. Тут, как бы, тактические занятия, там, стойки, вот эти стрельбы, ну, такие, там, мин точно нам не показывали, как с ними общаться, там одно занятие было. Такое то, что мне уже в моем возрасте, мне нафиг не надо такое. В основном формально, как бы, формально проходило это самое. То, что по пару занятий там практически были, ну, как бы, быстро оно проходило, быстро, не ускорили это самое. Лично я не успел ничего, чему научиться, потому что... Были на позиции, наблюдали. Начался сильный артиллерийский обстрел. Долго держали. Мы пока прекратился, пока нас обстреливали, ребята, ну, российские войска зашли с тыла. Мы, как обошли, мы не знаем. Прекратился обстрел, пока уже сзади. Сдавайтесь. Никуда не деться. В отношении не было, как бы, что избиение там, издевательство. Отвезли первый пункт, там то самое, там сняли эти повязки, ну, там ждали других, наверное, уже людей. Там ребята покормили, говорит, как там кушать в окоп. Подложили там, покормили, сигареты даже предложили. А медпомощь оказали, даже мы, вот, они, мы его не довели, мы довели до, там, в окопах нашего товарища, он был сильно раненый. И там в медпункте его приняли. Сказали, вы с ним уже не где-то, он здесь окажем ему помощь. Сказали, будем драться до последнего украинца. Мне вот эта самая фраза убила, блин. Всех людей это добило. До последнего украинца. Это, по-моему, это сказал американец или кто. Я не знал, я в политике не очень. Я с работы домой, с дома на работу, как бы. Сильно новости так не очень-то. Теперь понял, почему так сказал. Пацаны, если пойдет в такую ситуацию, сдавайтесь в плен или идите домой лучше. Командира роты не видел, сказали, что он в госпитале ранен. Знаю, что заместитель, временно замещающий командира роты, кличка Добрая, а как звать, без понятия. Шел на работу без повесток, без ничего, меня закинули в микроавтобус Hyundai, наши, как правильно сказать, военкоматчики, не дав ни повестку, ничего, сразу мы закинули и отвезли в военкомат. Меня и моего водителя вдвоем нас, в 7 утра. Уровень подготовки оцениваю очень плохой, потому что я до этого не служил в армии. И, грубо говоря, за 3 недели никакой физической и моральной подготовки не было. После активного артобстрела пацаны нас взяли за 2 минуты, может и меньше даже. Единственное, что этот пятый пацан, что был с нами, он, наверное, быстрее скорректировал, но его и первого и убрали. А так сдались добровольно. Ребята очень быстро среагировали. Пока мы боялись и прятались от мин, они нас очень быстро взяли. Из 10-бальной шкалы на 12 баллов. Никакого там настроя нету. Там из начальства каждый думает о себе, и им все равно на мнение других людей. Потому что если бы, скажем так, они думали бы о нас, то нас без военников, походу, мы, может, даже зарплату не получили, походу, мы, может, даже и не числимся там, может, мы где-то в штатке числимся, я не знаю. Но документов нет, и прямо и сразу на передовой.
Не знаю, мне кажется, что они просто пользуются нами, как живым щитом, мясом. Своим сослуживцам хотел бы сказать, что пока не стоит им выходить, не, ну, без, даже без того же военного билета, потому что это все брехня, нами пользуются. На сегодняшний день, я так думаю, вот как меня взяли в плен, наше начальство по-любому сказало, что я без вести пропавший. Лучше бы не выходить, там не с кем выходить. Половина алкоголиков, половина, как мы, как я, не умеющие ничего делать, выловленные из поля, ребят даже из поля брали, из трактора снимали. Гражданам Украины, которые, как говорится, которые остались еще не выловленные полностью, могу посоветовать, прячьтесь лучше. Если получше, если меня с плена пустят, то я буду стараться намного лучше прятаться. Прячьтесь и прячьтесь. Нету армии у нас тут. И не было, и в ближайшие много лет не будет.